наш конкурс подходит к своей кульминационной точке. И совсем скоро, дамы и господа, леди и джентльмены, мы узнаем, кто станет победительницей в нашем невероятном конкурсе. У вас есть уникальная возможность еще раз насладиться этими удивительными образами, которые создавали для вас наши мастера. Некоторые мастера потратили на создание образов, поверьте мне, не один месяц. Я бы хотел отметить несколько моделей, которые ворвались в наш конкурс свежим дыханием. Модель «Рыжий соблазн», мастер Людмила Назарова. Ну и, конечно, модель «Черно-белый поворот», мастер Снежана Коваленко. Что такие грустные, дорогие мои? 2 секунды. Хорошо соврал. 4 секунды остается до момента, когда на этой сцене появится победительница. И жюри уже сделало свой выбор. Первую премию и сертификат с лицензией на открытие собственного салона, а также подарки от спонсоров. Ну и специальный приз. Повышение квалификации в школе месье Дюрана. Бурные аплодисменты! И победительницей в нашем конкурсе становится Снежана Коваленко! Да, Снежана, именно вы. Добрый вечер. Пожалуйста, проходите к нам на сцену. Мы приглашаем спонсоров. Действительно, поистине заслуженная победа. Спонсоры вручают подарки. Как мне кажется, весьма предсказуемая победа. Друзья, ну а мы традиционно увидимся с вами ровно через год на этом же месте, на этом же конкурсе. Месье Дюран, спасибо за возможность. Снежана, позвольте вас поздравить. Позвольте вас еще раз поздравить. То, что вы делаете, очень свежо. Шарм и сдержанность. Да. Пардон. Извините. Анжела Юрьевна, можно вас на минуточку? Да. Просто, Снеж, ты просто удивила меня своим французским. Что случилось? Извините меня, месье Дюран. Один момент. Я жду вас в Париже. Надеюсь, у вас будет возможность приехать как можно скорее. Благодарю, месье Дюран. Конечно же, это для меня... В общем, я очень рада. Салют. Снежана. До встречи. До встречи. Я повторю, я люблю. Я не прощаюсь с тобой. Марин, ты дома? Привет. Ну что, тебя можно поздравлять? Ты студентка? Меня нет в списках. Как-то нет. Ну вот так. 1 балл. Представляешь, мне не хватило всего 1 балла. Там пришла одна, все вокруг нее бегали, что-то мне суетились. Ну, понимаешь, кто прошел, да? Какое-то недоразумение. Такого просто не может быть. Наверняка что-то напутали. Я завтра пойду к ректору и... Буду разговаривать с ним. Ну и что ты ему скажешь? Снеж, мы же не в школе. Все, я упустила свое бюджетное место. Ладно, ничего, я годик поработаю еще. Там видно будет. А ты что? 10-ку-то хоть прошла? Первое место. Просто удивительно. Цветы, лицензии, деньги. Ты серьезно? Я тебя поздравляю. Спасибо. Ну, хоть у кого-то все хорошо.
Это очень красиво. А знаешь что? Да. Ты будешь учиться? Смотри. У меня есть сертификат на огромную сумму денег. Не поступила на бюджет, поступишь на платное. Подожди, ты что, хочешь сказать, что ты это все хочешь в меня вложить? Ну а что? Ты прекрасно знаешь мое к этому отношение, а тебе нельзя упускать свой шанс. Так, нет, стоп. Ты и так тянула меня с 5 класса после гибели родителей. Ты не поступила из-за меня, хотя могла бы учиться сейчас. Вот именно. Ты хочешь, как я? Давай. Завтра идем к ректору и зачисляем тебя на курсы твоей мечты. Ура! Держи торт. Беги на кухню, нарезай, и будем праздновать. Я тебя люблю. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы скажете, 28-я аудитория? Это туда и направо. Туда. Отлично. Да. Спасибо. Взаимно. Ой, господи. Прости. Прости, пожалуйста. Сейчас. Что это? Фабио Сасса, язык программирования. Вирли Питерс, художественная палитра цветов. Марко Дугонди. Офигеть, откуда у тебя его автограф? Слушай, прости, пожалуйста, я просто какие-то отрывки в интернете читала, а тут все на языке оригинала. Где ты это достал? Купил в Штатах, в Англии, на семинаре в Хорватии. Офигеть. Слушай, дашь почитать? А то что-то в интернете с переводом не очень. Ну да, хорошо. Даже объясню, если что-то непонятно. Класс. Ну, объяснять мне, допустим, не надо, я как-нибудь сама разберусь. Слышь, а ты с какого курса? Ладно, потом увидимся. Так аудитория там. А, да. Спасибо. Спасибо, мажор. О! Странная ты, Снежана, такую удачу упустила. У тебя, можно сказать, был весь мир в кармане, а ты... Ничего страшного, мне хватит и победы. А ты, Снежаночка, смотрю, все-таки вышла на работу? А то я думала, свой салон откроешь, конкурировать с тобой придется. Но теперь хоть на пару лет расслабиться можно? Можно. Я еще у себя поработаю, если ты не против. Конечно, не против. Теперь от клиентов отбоя не будет. Девочки, это надо отметить. О, класс. Ну и, в общем, он вписал в круг все геометрические фигуры, а потом выбрал самое интересное пересечение, ну, как элементы. И... Здравствуйте. Все готовы? Можем начинать? Итак, тема сегодняшней лекции – современный бизнес. Я думаю, ни для кого не секрет, что современный бизнес невозможен без его интернет-продвижения. Да и вообще, наверное, ничего невозможно без интернета сейчас. Вот, а для правильного продвижения необходимо много факторов. Свежие идеи, фантазия, нестандартное творческое мышление и, конечно, художественный вкус. Вообще, вы должны понимать, что вы сами являетесь художниками, вы создатели бренда. Будущие боги. Боги для производителя и для потребителей. В общем, наша с вами задача, коллеги, не просто создание сайта, это как-то мелко. И рисование, и программирование, правильный выбор текста, шрифта, цвета, даже влияние на психологию человека – все это имеет огромное значение. Ну и, конечно, чувство стиля и чувство меры. Нет, вот этот вот. Ну, дизайнеры вообще видели их сайт с парфюмерией? Да. Ну и как вам? Нормально. Ничего так. Здравствуйте. 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 Ничего так? Ну, нормально. Серьезно? Да. Вам реально нравится? Ну, прикольно. Смотрите, по-моему, это как-то, ну, фигня, что ли, нет? Да, Юляш. Ага. Да я слышу. Нет, говори, я могу слушать. И что дальше было? Нифига себе.
Зайка, давай тебе перезвоню, хорошо? А это что такое? Девушка, вы что сделали? Господи, у меня же с мужем сегодня годовщина. Что же он скажет? Как? Вы не переживайте. Вы что, думаете, что это финальный вариант? Нет, это промежуточный этап. Мы здесь затонируем корни и заколорируем концы. Все будет иначе. Какие концы? И что, 20 лет? Вы же специалист. Вы что, их с улицы набираете? Ну что вы, Людмила, лучший специалист. Давайте я помогу. Что случилось? Анжела Юрьевна, на самом деле я просто хотела как лучше сделать ее, чтобы была ярче, современней, актуальнее. Но если вы хотите, я могу, я уже конечно, больше ничего не хочу, не надо. Вы посмотрите, я же на этом фоне, на 10 лет старше. Но... Мне все морщины на лице. Вовсе нет. Простите, значит, мы друг друга неправильно поняли. Милая. Знаете что? Когда вам будет за 45, вы меня поймете. Где у вас книга жалоб и предложений? И хорошо, не надо. Я сыну скажу, он сам на вашем сайте все напишет. Здравствуйте. Меня зовут Снежана. Пройдите, пожалуйста, в мое кресло. Я думаю, что смогу вам исправить все. Это не займет много времени. Присаживайтесь, пожалуйста. Обещаю, вам понравится. Скажите, как вас зовут? Нина Николаевна. Вы будете кофе со сливками или с молоком? Может быть, шампанского? Сейчас я быстренько организую. Возьмите кофе. Мне даже ходить так некуда совсем. Да, хотела поменять имидж. И, знаете, всю жизнь так с Дулечкой. Ну что, я дома все время. Интересно, муж заметит? Конечно. Вот. Он у меня очень высокое положение занимает. Сын взрослый и очень хороший. А у меня, значит, наступает время одиночества. Да что вы говорите? Посмотрите на себя. Какое одиночество? Вы молодая, стильная женщина. У вас вообще все впереди. Самое главное в жизни вы уже сделали. Муж, сын. Теперь можете спокойно о себе думать. Наверняка у вас была какая-то цель, мечта. Никогда не поздно начать все сначала. Девочки! Так, это вам. Боже, какая красота! Но это же другое дело. Вам нравится? Вам очень идет. Мне нравится. Это потрясающе. Отлично, отлично. Я рада. Спасибо, что вы так думаете. А я желаю вам удачи. У вас золотые руки. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Приходите. Приходите к нам еще. До свидания. И как бы я тебя отпустила? Какие Парижи? Ты что? О чем ты? За тебя. Спасибо тебе огромное. Не волнуйся, если что-то в моей жизни изменится, то в парикмахерскую я не вернусь. А, господи, что это за день? И день ад какой-то кромешный. Привет, пап. Привет. Мать дома? Да, на кухне вроде. Как успехи? Было сегодня первое занятие в институте. Поздравляю. Спасибо. В Норвегию когда? Как проект закончу. Мам! Хорошо. Папа пришел. Мальчики, стол накрыт. Мыть руки и ужинать. Хорошо. Знаешь, он и слона тут не заметил. Ну перестань.
Ты очень красивая, правда. Слушай, давай я куплю 2 билета в театр. Пойдем с тобой вдвоем. Хочешь? Ты еще платье наденешь, что красивое свое, красное. Которое шло. А как тебе на выпускной шло? Сядем в партере. Мам. Бочка, не надо меня жалеть. У меня все хорошо. Все просто замечательно, прекрасно. Сегодня просто я как-то так. Слушай, а давай я тебе заведу в соцсети страничку. Аккаунт. Так зачем мне этот аккаунт? Ну как зачем? Ну, господи, найдешь своих подружек бывших, будете общаться. Или смотри, ты же классно шьешь, можешь сделать свой блог. Я помогу. Ну. Саночка, ты считаешь, что мне нечем в жизни заняться, да? При чем тут? Ты не думай, у меня все очень хорошо. Папа у нас замечательный, он очень нас любит. А ты мне какой хороший. Просто золотой мальчик, красавец, умница, востребованный специалист. У меня все отлично. Вот если бы девушку ты еще себе нашел хорошую, я была бы самой счастливой. А этот, зачем мне этот аккаунт и подружки, тем более бывшие? Иди, ванна свободная, руки вымой. Угу. Чего ждешь? Иди, руки вымой. Так, ну чем побалуешь сегодня? Извини, я сейчас приду. Спасибо, месье Дюран, но у меня изменились планы. Да, да. Я понимаю, что обучение бесплатное, но... Но я не смогу оплатить проживание. Да, понимаю. Нет, что вы. Спасибо, нет. Да, обязательно. В следующем году обязательно. До свидания. Merci. Спасибо. Класс. Ты помнишь французский? Примерно. Mm-hmm. Мама учила, я запомнила кое-что. А кто звонил? Поклонник? Да какой поклонник? Так, клиент-иностранец хотел уточнить, как ему самостоятельно сделать укладку. Mm. Расскажи мне лучше, как у тебя в институте дела? Mm. Мне очень нравится. Только мне еще нужно купить планшет для рисования и винчестер. Ну, потому что мой ноут вообще уже не тянет. О, боже. А еще, если быстренько покушаю, хочу пойти попробовать сайтик разработать, потому что нам задали одно задание. Не говори с набитым ртом. Хорошо, не буду. Снежечка, можно тебя на минутку? Да, конечно. Извините, секундочку. Угу. Пожалуйста, ваш чай. Ой, благодарю. Смотри, я хочу здесь немножечко снять, как ты думаешь? Угу. А вы хотите длину сохранить? Ну, тогда я 2 мм, не больше, и профилируешь, и только после сушки 2 раза. Так будет еще видно. Хорошо. А ты уверена, что 2? 2. Хорошо, спасибо. Не за что. Извините. Ну что, лекция на сегодня окончена. Спасибо за внимание.
Борис Александрович. Да? Я наконец-то решилась извиниться. За что? Ну, как за что? Я на вас налетела тогда. Я же не знала, что преподавать. Да перестаньте глупости. Не переживайте. Что-то еще? А я, кажется, обещала вам книги. Да, и это тоже. У меня есть маленький вопросик. А я разве не отвечаю на все вопросы на лекциях? Да, но если это личный вопрос? Что значит личный? Ну, вот то и значит. Господин преподаватель, разрешите обратиться к вам, так сказать, по личному вопросу? Пожалуйста. Правда? Смотрите. Значит, вопрос вот в чем. Сейчас я вам все покажу. А, нет, давайте лучше сначала. В общем, я обожаю Рене Лалика. Ну, вы знаете, это французский ювелир и дизайнер эксклюзивных коллекций флаконов для парфюмерии начала 20 века. А также украшения для автомобильных радиаторов. Да, и это тоже. Ну, как бы кому что, понимаете. В общем, компания Lalique сейчас занимается предметом декора, работает в арт-направлении, ну, там, парфюмерия, там, ювелирка. Ну. Вот. И я, в общем, посмотрела их сайты. Ну, ну и что? Ну, они как-то не очень. В смысле, вы только начали учиться, уже хотите сразу поменять весь мир? Не рановато ли? Ну, нет, ну почему поменять мир? Мне просто интересно, мне просто хочется разобраться. Вы же сами говорили, что мы как боги, правильно? Что мы должны вершить, что мы должны создавать, так? Так. Верно? Вот. И, собственно, по этому поводу, может, гляните хоть одним глазком? Как пират, то так? Да, можно как пират. Обязательно. А послушайте, у вас в электронном виде есть, что у вас с бумажками позавчерашний день? А, ну я бы с удовольствием принесла это в компьютер, просто он и так еле дышит. А так что? Ну что, интересно. Ну, много интересных решений, надо покрутить, подумать. Правда? Угу. Вам нравится? Да. Слушайте, так а может, поможете? Давайте так, вы перенесете все на флешку. Ага. И мы поработаем. Класс. Хорошо. Все, я так и сделаю. А почему вы считаете, что это личный вопрос? Ребятам тоже было бы интересно. А, ребята и так говорят, что я профессор, так что это лично мое, ладно? Спасибо. Это что такое? Простите, я не понимаю. Сейчас. Вы что делали? Я не знаю, я все как обычно сделала. Просто. Это что такое? Он взял Юрию. О, Боже! Чего ты орешь? Там что такое? Там... Что такое? Снежана. Это такое? Я не понимаю, Снежана, простите. Вы посмотрите, что происходит. Я все как обычно сделала, я не понимаю, почему так. О, Боже. Она специально к тебе записалась. Ты понимаешь, чья-то жена? Я знаю, чья-то жена. Уйди из глаз. Послушайте, что вы наделали? Вы понимаете, что вы сделали? Ко мне домой приходят. К нам приходят продюсеры, поэты, режиссеры, дипломаты. Как Боже я вот... мой. Это что такое? Мы понимаем. Да я же на ваш этот дурацкий конкурс повелась. Вы Виктория. Мастер высшего класса, да? Я да, вижу. Анна виновата. Каким вы местом? Местом каким зарабатывали это звание? Виктория, возьмите валерьянку, выпейте мое тело. Я не хорошо выглядит. Коваленко, выйди вон отсюда. Ты мне 2 недели будешь унитазы драить. Вон из зала. Что? Виктория, моя дорогая, давайте все решим без суда, без каких-либо заявлений. Я не знаю, как она вы будете это исправлять. Вы не знаю, как это будет проект. Да. Я подам на вас в суд. Ну что? За моральный ущерб, зачем? Понятно? Мы все компенсируем. Ой, каждая не копеечка. Не... Вон пошла, рот закрой, чтобы я тебя не видела. Боже, что вы понимаете, сделали? Она из своего кармана все заплатит. Моя хорошая, давайте успокоимся. Людочка, работаем. Прекрасный мастер. Вы знаете, у нас лучший материал, у нас профессиональная косметика. Мы сейчас все исправим, Людочка. Не переживайте, сейчас мы сделаем вам как модный ежик. Боже, привет. Это какой ежик. А вы не переживайте, это я так неудачно пошутила, правда? Я так шучу, я по-дурацки. Знаете, мы сейчас все заламинируем, кератином обработаем, будут как новенькие, даже лучше. Не переживайте. Все будет хорошо. Пейте, пожалуйста. Сейчас я коньячок принесу. Так, давайте. Что вы сделали?
переживайте, сейчас все исправлю. Боже, как у нас будет все стильно здесь. Вы доверьтесь профессионалам. Вы знаете, вы даже так моложе выглядите, поверьте. Вы знаете, как 10 лет как рукой сняла. Вы что, с ума сошли? Под колеса бросаетесь, девушка? Вы что, жить надоел, что ли? Спасибо. Ну, сделайте, ну. Извините, пожалуйста. Целы? Случайно, да. Целы? Все нормально. Точно? Да-да-да, вы можете ехать, я не имею претензий к вам. Какие претензии? Слушайте, по сторонам надо смотреть. Ну как так на дорогу сбегать? Ну. Слушайте, может, вас домой подвезти? Зачем? Что значит зачем? С вами никто что-то в порядке? Что-то случилось? Случилось, да. Просто оставьте меня в покое. Так, тихо-тихо-тихо. Давайте успокоимся. И хотите чай? Хотите чаем с лимоном с пирожным? Давайте, любите пирожное? Не ем пирожное. Ничего страшного. Ну что вы едите? Просто чаем с пирожным. Девушка, ну нельзя же так, ну серьезно. Ну. Тихо-тихо-тихо. Я согрелась. Согрелись, но не успокоились. А как вас зовут? Да, кстати, Снежана. Значит, красивое имя. Я Виктор. Не хотите рассказать Снежану, что случилось? Зачем вам это? Ну, все-таки интересно, почему она такая красивая девушка бежит, не разбирая дороги. Это из-за мужчины? Вас обидели, нужна помощь. Нет, это не из-за мужчины. Просто, да, обидели на работе. У вас там что, звери? Я парикмахер и стилист высшей категории, но... Сегодня что-то пошло не так, я не понимаю, я не могла ошибиться. Чего вы смеетесь? Нет, извините, просто немного странно из-за конфликта на работе бросаться под колеса. По-вашему, из-за мужчины лучше, что ли? Ну, как-то логичнее. Не знаю. Если честно, я никогда, ну, не мечтала копаться в чужих волосах. Так просто получилось. Мы с моей младшей сестрой рано остались без родителей, ну, мне пришлось идти работать. В общем, стало получаться. Людям очень нравилось то, что я делаю. Мне было приятно, что им нравится, поэтому как-то так оно... Ну, если когда-нибудь у меня будет муж, то он навряд ли такой, от которого мне захочется сбегать. Ладно, извините, вам, наверное, все это не очень интересно. Да нет, очень интересно. Перестаньте, кому может быть интересна парикмахерша? Я сама себе не интересна. Ну что, вы сегодня встретите хорошего парикмахера, это большая редкость. А в каком салоне вы работаете? Angel Beauty. Вот. Ближайшие 2 недели мне предстоит занимать высокий пост уборщицы. Да. Ну, ладно, в общем, спасибо, что вы меня спасли. Я не буду вас задерживать, пойду. Может, я вас подвезу домой? Да не стоит, доберусь сама. Спасибо. Мне было бы приятно. Не беспокойтесь. Приятно было познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания.
Привет. Привет. А ты чего так рано? Я даже ничего приготовить не успела. А я сбежала с работы. Меня перевели в уборщицы. И еще будут вычитывать деньги за моральный ущерб. Так. А что такая веселая? А что грустить? Земля вертится, все нормально. Вот, кстати, сегодня утром забежала, купила, пока всей этой ерунды не случилось. Лови. Снежа. Я теперь все смогу сделать. Спасибо. Давай споем. Давай. Скажите, девушки, подружке вашей, что я не сплю ночей, о ней мечтаю. Что всех на свете она милей краше. Ну что ты дуешься? Я же должна была как-то отреагировать на вчерашний инцидент. Да ладно, мне не сложно. Точно? Ладно, подмести. Точно. Значит, улыбнись. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу быть полезной? Хотел бы постричься, если есть возможность. Очень хорошо. У нас есть прекрасный мастер Людмила Назарова. Подойди. Финалистка международного конкурса стилистов-парикмахеров. Наверное, произошло недоразумение, потому что мне рекомендовали победительницу. Извините, всего хорошего. Подождите, ну что вы так сразу? Конечно же, у нас работает и лучший мастер года. Правда? Конечно. Снежаночка, вот, познакомьтесь. Снежана Коваленко, победитель международного конкурса. Очень приятно. Ну что же ты в халате? Вот такая чистюля, представляете, решила прибраться. Милая, для этого есть специально обученные люди. Машенечка, возьми. Давайте ваше пальто. Спасибо большое. Присаживайтесь. Ваш мастер сейчас подойдет. А что это? Твой ответ.
А я мечтала, как утром сама приготовлю тебе кофе. Теперь я сам буду готовить тебе кофе. Всю жизнь. Как в кино. Ты мне снился. Я тебе снился, потому что я всю ночь смотрел, как ты спишь. А давай ты сегодня прогуляешь. Не могу, у меня инвесторы. Целый год с ними договаривался, как назло их именно сейчас принесло. Хорошо, хоть свадьбу дали отыграть. Да ничего. Мы с тобой обязательно поедем в свадебное путешествие. Италия, Париж, какое-нибудь теплое море. Куда ты хочешь? Не знаю, я нигде не была. Ничего, теперь побываешь. Теперь твоя жизнь, это сплошной отпуск. Достаточно наработалась. Теперь будешь отдыхать где хочешь, сколько хочешь, когда хочешь. Ой. Надо бежать. А жаль. Прости, не знаю, кто это. Алло. А можно поподробнее? Ну, я сейчас свободна, да. В салоне уже не работаю. Мне надо подумать. Я вам перезвоню. До свидания. Кто это? Представляешь, Академия парикмахерского искусства предлагает мне преподавать. Это что? Они видели меня на конкурсе, им очень понравилось. Вообще, это очень престижно, но я не знаю. Что ты об этом думаешь? Здорово. Только ты опять будешь копаться в чужих волосах. Слушай, я тебя не хочу ни с кем делить. Снежочек, может, хватит уже работать парикмахером? Не престижно. Мне коллеги не поймут. Ты же не сердишься? Фу. Понимаешь, для меня очень важно то, что между нами произошло. Наша семья, наше будущее. Твое здоровье, в конце концов. Но я не хочу тебя ставить перед выбором. Ты знаешь, а я и не хочу ничего выбирать. Просто откажусь, и все. Я сегодня обедаю в час. Приезжай. Я пришлю машину. Все получилось. Здравствуйте, это Снежана. Я вам обещала дать ответ. Вы только что звонили. Уже подумала, да. Приняла решение. Я не хочу у вас работать. Извините, до свидания. Привет. Привет.